Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем обзор ассортимента. Сегодня мы рассмотрим три новых поступления. Это значит стальная чабанька и два набора дорожных чабань с комплектом посуды. Начнем со стальной чабани. Надо сказать, что для русского человека довольно непривычная вещь, то есть их мало где встречается у нас. Пользуются в основном в Ванси, на юге Фудзяне, ну и кое-где еще встречаются, там в Гуандуне тоже видел один разок. Вот. Удобно чем? То, что абсолютно не требовательно к уходу, очень дешевая, ну, сравнительно пока с деревянными, бамбуковыми, довольно-таки вместительная, вот, удобно использование, то есть вот, собственно, дырочки, да, то есть хороший слив и стальной корпус. Потом она нержавеющая, то есть ее можно не протирать, там хранить хоть на улице, хоть где, брать с собой, она, не сказать, что очень тяжелая, довольно легкая. Вот. Ну и, в общем, такой вот функциональный предмет. Но, конечно, навряд ли он подойдет для какой-то фэн-шуй церемонии, потому что выглядит довольно-таки так простенько, но как удобная функциональная вещь, очень даже хорошее такое приобретение может быть. Далее, значит, у нас прибыло два таких вот новых, помимо уже бывшего, который я обозревал в прошлом видео, набора дорожных. Это, значит, такая сумочка, довольно удобная. Тут, значит, есть ручка длинная, ручка маленькая, то есть можно на плече носить или просто в руке нести. Вот, она довольно-таки качественно сделана, я думаю, развалится не скоро. Вот. А внутри, значит, такой вот приятной формы, многогранник, это чабань и одновременно такой вот уже нам знакомый ящичек, то есть эта чабань, соответственно, открывается, и, значит, здесь у нас чайная доска со сливом и набор. Набор довольно простой, ну, такой вот походный, то есть круглое полотенечко, гайвань, вот, 8 чашечек, чихайчик, то есть все необходимое для такого быстрого чаепития, маленькие щипчики еще. Вот, используйте им так, то есть вы, соответственно, когда тут достаете всю посуду, просто накрываете, и чабанька в таком виде, шланг, опускается куда-то вниз. Если это в походе, то можно просто на землю или какое-то ведерко специально приспособить, это уже кому как больше нравится. В общем, такой мобильный и довольно приятный аксессуар. Вот. Также удобно его убирать, занимает довольно много места, вот. И интересная довольно-таки форма, нестандартная. Второй наборчик очень демократичный, это тоже бамбуковый столик, вот такой. Тут выдвижная такая вот, соответственно, крышка. Для того, чтобы пользоваться им как чабанью, нужно достать всю посуду. Тут аналогичный абсолютно набор, только в нем еще есть ситечко, вот такое вот маленькое пластиковое ситечко, довольно простенькое, но тем не менее вполне пригодное к использованию. Здесь чашек не 8, а 6, вот, они в такой удобной гофре, поролоновый, плотный, в общем-то, то есть довольно стойкое к падениям, таким не сильным, вот, а такой вот бамбуковый, соответственно, столик, он сдвигается обратно, и на нем производится действие, то есть вода, соответственно, потом сливается здесь уже напрямую из столика, шланга здесь нет. Вот такие небольшие новинки. До новых встреч!